Приветствую вас, друзья, на связи Евгений Ванин. Сегодня я расскажу вам про смарт-контракт, который мы разрабатывали на протяжении практически полугода. Смарт-контракт разработан совместно с компанией Argos. И я являюсь сооснователем, так скажем, этого смарт-контракта. Немножечко о нем сейчас расскажу. Если будет интересно, соответственно, добавляйтесь в чат, потому что скоро будет запуск. Это примерно через две недели после того, как вы смотрите данное видео. Немножко о смарт-контракте сейчас расскажу. Он работает на Binance Smart Chain, то есть зарабатывать вы будете монету BNB, но оплата площадок, она также происходит в BNB, но по курсу доллара. То есть мы сделали таким образом, чтобы курс основной криптовалюты никак не влиял на, на стоимость пакетов, да, то есть на стоимость покупки самих пакетов. Потому что многие знают смарт-контракты, которые работали раньше на эфириуме. Да? То есть одно дело, когда эфириум стоил 200-300 долларов, да, и другое дело, когда он стоит сейчас 3000 долларов. То есть, чтобы зайти в смарт-контракт, нужно потратить очень много денег. Поэтому привязка идет непосредственно к стоимости доллара. То есть вход минимальный стоит 5 долларов. Но оплачивать вы будете все это в BNB. Немножко расскажу о маркетинге. Маркетинг очень крутой. Мы его максимально, так скажем, продумали, чтобы здесь, как говорится, каждый мог, абсолютно каждый мог зарабатывать. И начнем мы, наверное, с первого бонуса, который получают абсолютно все, точнее, как абсолютно все, да, то есть этот бонус, он, так скажем, идет как пассивный доход. Здесь я на первой страничке немного площадок обозначил, да, как они у нас идут. У нас всего 15 площадок, здесь я Обозначил пока что 10, то есть первая площадка стоит 5, потом 10, 20, 40, 80, 160 и так далее да, То есть каждая площадка удваивается У нас э, э, сама система выстраивается несколькими э, методами, точнее одним методом да, В основном это бинар, то есть бинарная система это когда э, стоит ваш аккаунт да, Под вами становится два аккаунта и потом э, по два, да Таким образом вся система постепенно заполняется. У нас бинар общий идет и заполнение происходит сверху вниз, слева направо, то есть он постепенно сам весь заполняется. Поэтому переливы здесь получают абсолютно все люди, которые сюда приходят, да, то есть, например, представьте, что это пришел я, потом еще два человека купили также места, неважно, это мои партнеры либо чьи-то еще приходите например вот этот человек это вы вы никого не пригласили но от меня все остальные партнеры да и от других партнеров которые выше меня все партнеры идут вниз и заполняют всю эту структуру вот таким образом даже без приглашений без приглашения вы сможете заработать здесь 51 x то есть если мы берем простой самый первый пакет который стоит всего лишь 5 долларов то на выходе, когда все это за закроется, вы получите 250 долларов. Но получаете вы их никогда, все это закрывается, а моментально, да, как только под вас попадает какой-то человек, переливом вы сразу же получаете 2,5% вознаграждения. Все это идет на 10 уровней в глубину. То есть, если у вас, например, аккаунт стоимостью 5 долларов, то он вам принесет 250 долларов. Если, например, аккаунт у вас стоимостью там 160 долларов, то вы заработаете примерно 8000 тысяч долларов. Но на самом деле это еще не все, потому что можно по пассивному виду дохода зарабатывать не 51x, а 100x, 200x, 300x и так далее. Об этом я расскажу на последнем слайде, то есть слушайте внимательно, как это будет работать. Ну, с пассивным доходом мы с вами разобрались. То есть, грубо говоря, это бинар на 10 уровней в глубину, и с каждого человека, который под вас попадает, вы получаете 2,5%, независимо от того, есть ли у вас свои личные партнеры, либо партнеров абсолютно нет. Переходим на следующий слайд. Это лидерский бонус, самое интересное, потому что все лидеры, те люди, которые развивают компанию, развивают смарт-контракт, должны хорошо зарабатывать. И лидерский бонус у нас равен ровно 40%. То есть, как только ваш партнер активирует какой-либо из пакетов, неважно какой, да, вы сразу же получаете 40% денег на свой кошелек. То есть, 40% от э, стоимости самого пакета. То есть, если пакет там стоил, например, 100 долларов, к примеру, да, вы получаете 40 долларов сразу же на ваш BNB кошелек. То есть, никаких выводов здесь делать не надо деньги моментально поступают на ваши, так скажем, привязанные кошельки Binance Smart Chain. Лидерский бонус чем хорош, то что вы сразу получаете хорошую сумму денег, да, потому что кто-то будет заходить и на 160 долларов, и на 300, и на 1000 там, и так далее. То есть вы можете зарабатывать просто неограниченное количество денег именно по лидерскому бонусу. Но это еще не все. У нас есть еще третий вид бонуса, это реферальный бонус поколений, то есть, если вы развиваете команду, то есть, у вас есть первая линия команды, потом вторая, третья выстраивается и так далее, да, то вы можете также получать бонус активации э, за то, что работают ваши партнеры. Ну, например, у вас партнер в первой линии кого-то пригласил, он заработал 40%, да, со своего приглашенного, и вы также получили от того, что он сделал какую-то продажу, 5%. То есть со всех партнеров первого уровня, когда они делают какие-либо продажи, неважно каких пакетов, вы постоянно получаете 5%. Неважно на какой глубине. Эти деньги также моментально приходят на ваш кошелек. Также, когда партнеры ваших партнеров, то есть второго уровня, тоже делают продажу, вы получаете 3%. И партнеры третьего уровня, когда делают продажи, вы получаете 2% от любой их продажи. То есть, вот эта система, она также может развиваться. То есть, представьте, у вас, например, в первой линии, например, там 100 партнеров. Да, эти 100 партнеров, там, каждый там, по 5 пригласил, то на, второй, на третьей линии получается у вас там 500 партнеров и так далее. Да, и вы постоянно получаете какие-то вознаграждения. То есть, независимо от глубины, независимо от того, продали вы что-то, либо не продали. Вот, таким образом вы получаете дополнительный пассивный доход на несколько поколений в глубину. И самый жирный бонус а, ⁇ это реинвест и неограниченный доход, о котором я говорил. Работает он следующим образом. А, как вы понимаете, у нас бинар, да, а бинар а, ⁇ он 10 уровней, то есть всего лишь 10 уровней в глубину. И максимум, что с бинара вы можете получить по пассивному доходу, то есть вот по 2,5%, это 51х. Но мы сделали очень крутую фишку для тех, кто развивается. И если у вас, например, выполнена квалификация 14 активных партнеров, то есть у вас пришли 14 партнеров, и вы прокупили следующие две площадки, ну, например, у вас первая площадка за 5 долларов, потом вы купили площадку за 10 и за 20 долларов, и у вас появилось 14 активных партнеров, то вы можете сделать следующее сделать реинвест и у вас автоматически рядом открывается второй бинар то есть по сути вы повторяете тот же самый вот 51x да только второй раз и помимо этого вот представьте у вас уже будет аккаунт у вас будет уже не бинар а 4 нар и как только у вас например будет 28 активных партнеров вы можете сделать 6 нар себе и так далее что это дает Представьте, что под вами да, появился точно такой же партнер. То есть у вас, например, пока что бинар, да, то есть бинар, у вас нет ни одного партнера. Но вы получаете пассивный доход 2,5% на 10 уровней в глубину. Но вот здесь, вот, да, давайте вот так вот обозначим. Сейчас я цвет даже немножко поменяю. Стиль. Мы сделаем желтым, да, чтобы было такое обозначение. Представим, что под вами где-то на третьем, там на четвертом уровне появился партнер, который выполнил вот эту квалификацию. И вместо того, чтобы развивать только бинар, да, потому что он уже его развил, да, он 14 партнеров как минимум пригласил, они ушли в глубину, он делает реинвест. Вы сразу же с этого реинвеста, даже если у вас нет партнеров, вы также получаете 2,5%. И плюсом к этому получается то, что у человека выстраивается еще один десятиуровневый бинар в глубину. То есть, даже если вы никого не пригласили, но под вами появились вот такие вот партнеры, а они будут появляться, то вы вот по этому виду бонуса, который я говорил, x51, вы будете зарабатывать не x51, а это может быть x100, x200, x300, x1000. А люди, которые развивают свою сеть, да, то есть делают реинвесты, соответственно, они также будут зарабатывать на этом больше денег за счет того, что расширяют свою сеть, за счет того, что приглашают новых партнеров. Ну и, соответственно, вместо того, чтобы получать просто с бинара, когда он закроется, да, активируется второй бинар и заново пошла, как говорится, пошел пассивный доход 51x, опять по бинару. В вашей команде таких партнеров может быть десятки, а то и сотни, да, если вы сами работаете. А если даже и не работаете, то в любом случае, рано или поздно, у вас такие партнеры появятся. Даже если вы абсолютно пассивный участник, то вот такие вот партнеры, которые делают реинвесты, которые развивают сети, они будут приносить вам очень хорошие доходы за счет реинвестов. В принципе, это вкратце о маркетинге X-Profit. Старт будет намечен примерно через две недели. Если вам интересен данный проект на смарт-контракте Binance Smart Chain, обязательно добавляйтесь в наш телеграм-канал и там, соответственно, следите за всеми обновлениями. На следующей неделе начнутся проводиться презентации. Ваша задача сейчас, если вы решили участвовать в данном проекте завести свой телеграм-канал и начать собирать партнеров потому что ажиотаж уже очень серьезный заходит очень много иностранцев заходит очень много различных команд потому что маркетинг действительно пушка и я рекомендую вам все-таки не пропускать данное предложение на этом все с вами на связи был евгений ванин вся информация будет находиться прямо под этим видео всем счастливо и пока пока あ <music>